Уважаемые посетители сайта artshoprus.com, предлагаем вашему вниманию обзор упаковки это сумок для матрешек, которые изготавливаются в Перми. Сшиты они из хлопка. Сумки односторонние. То есть вторая сторона сплошная. Ручки удобные достаточно, можно повесить на плечо. Есть разные цвета и варианты печати. Это принт, который не стирается, не смывается и не линяет. Внутри эти сумки отделаны белым хлопком, обшиты. Сумки достаточно большие. Что туда помещается? Ну, например, они прекрасно подойдут для хохломской посуды, особенно крупной. Вот. Туда отлично помещается целый супник хохломской. Также, вот если вы хотите положить маленькую матрешку, она туда, в принципе, попадает целиком. Но лучше такую сумку использовать для нескольких матрешек. Или, например, положить туда целую группу сувениров. Ложки хохломские, брелки, другие комплекты. Отлично подходит, идеально для большой матрешки, которая высоту 30 сантиметров, а то и выше. То есть это матрешки 10 мест, 15 мест, 30 мест. Вот они идеально помещаются в данную сумочку. То есть закрываются они целиком. В чем вообще преимущество сумки, в отличие от подарочных пакетов из картона? Во-первых, сумочка внутри хлопковая, то есть материал он не будет ни царапать, ни портить лакированную поверхность, то есть она останется безупречной, чистой. И, соответственно, из такой сумки приятно вынимать сувенир. Это как интересный оригинальный сюрприз. Еще дополнительное преимущество сумочки – то, что ее можно использовать не один раз. Например, ходить с ней на пляж, в магазин. Причем сумку можно использовать как каждый день, так и для особых случаев. Хранить здесь различные вещи, игрушки. В общем, это приятный и очень практичный сувенир.